Всем привет, вы на канале Toy House, и наконец-то я получил посылку от Мадимиу с выпуском номер 3, это ЧС-4Т. Вот такой, если честно, классный электровоз. Ну и настоящий, и модель получилась, вроде как, ну, пока я в блистере рассматривал. Итак, смотрим журнал, потом смотрим модель. Тираж у нас 10 тысяч экземпляров практически, 10 тысяч с копеечками, стоит 2000 рублей. Но мне подороже обошлось. Да. Почему? Потому что я себе заказал еще рельсы под них. Именно вот под них рельсы. В этом видео мы сравним, кстати, эти рельсы с рельсами от Пика, а также сравним этот электровоз с электровозом. Ну, не сравним. Даже тут сравнивать не к чему, а с электровозом от умной бумаги. Просто посмотрим, как они смотрятся рядом. Поэтому мне обошлось это в районе 2500 рублей. С журналом идет еще вот такая вот открыточка, пожалуйста. Можно кому-нибудь отправить, если есть желание у вас. Ну и все, давайте листаем журнальчик. Быстро. Кто хочет, ставьте на паузу. Читайте, если у вас есть такая возможность. Мы просто пролистнем. Чехословацкий, да? По-моему, электровоз это. Собирался в... на заводе Шкода он. Ну, такая первая иномарка на советской железной дороге была. Технические характеристики, вот год создания 71. Ну, тип, высота, вот можете ознакомиться, если хотите. Сейчас я вам вот так вот поближе сделаю. В принципе, всю эту информацию, мне кажется, можно найти в интернете, поэтому как бы нет проблем. Вот плакатик очень красивенький, прям яркий такой, насыщенный. Здесь у нас так, имели прозвище Чех, 4Т, Реосадка, Циклоп, Теремок, Башня, Кирпич, Утюг. Кстати, такие электровозы еще до сих пор ездят по нашей необъятной, так сказать, стране, да, и можно где-нибудь встретить. А может быть, даже вы видели его, например, сегодня или вчера. Пишите комментарии, интересно послушать, где встречаются еще данные электровозы. По-моему... вот в моем регионе, по-моему, ездит. Если получится, я вам как-нибудь покажу. Но могу ошибаться. Сейчас, по-моему, на новые все переходят. Но, по-моему, ездят. Так, про подписочку, пожалуйста. Если хотите, можно подписаться. Я, в принципе, это не делаю. И по поводу вот этого паровоза, я, ребята, буду его пропускать. Он мне ни к чему. Ну, не очень я люблю паровозы. Тем более вот такой именно... серии, если бы что-то было такое более узнаваемое, ну, для меня, я чисто про себя говорю, то тогда бы, да, я приобрел. Этот я, скорее всего, ну, не скорее всего, а точно пропущу. Так, по поводу рельс, смотрите, можно 5 штук купить за 999 рублей, а можно купить, как я, одну, по-моему, 250 она, что ли, мне обошлась. В общем, все ссылочки будут на электровоз и, соответственно, на рельсы будут в описании. Ну что, давайте откроем рельсы. Ну что, вот она, рельса, шпальная решетка, да, идет у нас с бетонными, я смотрю, шпалами. Вот такой вот профиль идет у рельс, я не знаю, как он правильно называется, но, в общем, знатоки, так сказать, знают. И плюс ко всему, данные площадки рельс можно собирать. Видите, здесь есть отверстие, вот так вот, не отверстие, но отверстие и вот такой вот хвостик. Вот. И с этой стороны то же самое. Можно собрать целую, наверное, станцию. Если, конечно, добавят, может быть, еще стрелки. Будет интересно. Это все, ну, правда, это все красить надо, соответственно. Электрифицировать. Не рельсы получится, а получится вам надо электрифицировать, так сказать, сам электровоз, чтобы он ездил. В общем, более сложно. И вообще эти, как бы, подставочки, наверное, должны идти были в журнале, но сделали по-другому. Вот у меня рельсы от компании Пика. Вот так они выглядят. Ну, здесь просто на шпалах. И здесь идет вот такой вот профиль. Он, по-моему, называется Т-образный, если я не ошибаюсь. Ну, и вот так вот эти рельсы смотрятся, в принципе, вместе. Конечно, да, можно было сделать все в одном размере. Зачем это надо было заморачиваться? Все об этом сказали. Прям буквально миллиметр. Вот даже так их ставишь, они вроде одинаковые. А поезд уже как бы, ну, сам локомотив уже не встает на рельсы от Пика. Ну, посмотрим, как он на этих стоит. Интересно, даже самому стало. Электровоз у нас идет в блистере. Мы видим надпись ЧС-4Т, выпуск номер 3, наши поезда, соответственно.
Тут даже какой-то вот поролончик подложили, чтобы ничего не поцарапалось, наверное. Ну, по детализации вот я смотрю, прям здорово, мне нравится. Ну, посмотрим, как без блистера смотрится. Значит, ну, информация сделана в Китае, а с этой стороны у нас просто беленькая и все. Ну, что сказать, довольно-таки потрясная модель, классная, классная окраска. Детализация тоже как бы идет на высоте. Есть у нас поручни, в принципе, сделаны аккуратненько. Есть у нас дворнички, сделаны тоже довольно-таки аккуратненько. Тележки выполнены, в принципе, великолепно. И, кстати, если открутить, можно сделать, чтобы были они поворотные. Верхняя часть тоже детализация на высоте. Ну и вот так это дело выглядит все поближе. Мы видим дворники, да, видно фонарь у нас сделан из пластика. В кабине, конечно, ничего там особо нету. Ну, масштаб, понятное дело, маленький. Есть зеркала, вот они поручни, которые я вам говорил. Тележки, посмотрите, как хорошо сделаны вообще. Четко. Эта часть. Нету декалей, нету как бы надписей никаких, но это все уже как бы пройденный этап, да, уже все многие знают, где что приобрести, куда приклеить. Я, если честно, пока не знаю, не вдавался в подробности. Если знаете, пишите комментарий, кстати, где купить декали на поезда. Будет интересно. Только не вот такие, не металлические, не фототравления. Лучше не просто декали. С фототравлением я пока как-то не работаю. Значит, сцепка у нас. Она не подвижная, но она вклеена. Ее можно как бы оживить, так сказать. В целом, очень достойный агрегат за свою денежку. Кстати, посмотрите, данный электровоз у нас встает на рельсы пика. В принципе, в целом спокойно, ну вот, ну, в целом, вот, я прям, то есть, все четко. В общем, прикол в чем? На пик-то он встает, а на свою теперь он, получается, проваливается. То есть, вот этот момент намудрили, и теперь вот непонятно, да, один там миллиметр, по-моему, ну вот он, едет и слетает, получается, с этой техрельс. То есть, ну как-то, короче, надо было делать все как уже стандартно, да, как у всех. Вот есть эти рельсы пика, и есть они. В целом, довольно классный, интересный тепловоз получился у компании Modimio. Ну что ж, теперь настало время, ну, сравнения, это, конечно, мягко сказано. В общем, так вот просто поставлю вам от умной бумаги. Ну, умной бумаги тоже хорошо для своей ценовой категории. Тоже посмотрите, верхняя проработка, даже вот эта штучка сделана, да? Только съемники сделаны. Ну, что-то не сделано. Зато декали есть. Ну, в общем, как-то так. В общем, вот такой вот сегодня видос. Если вам понравилось, то, ребята, с вас лайкос, с меня видос. Всем пока и всем, конечно же, добра!